Всем привет, ребят! Ну что, есть инфа по поводу Дня замковладельца, и в принципе, с одной стороны, это хорошо, что они вернули героя, конечно, с другой стороны, печально то, что вернули героя того, который, наверное, многим не нужен. Хотелось бы, наверное, чтобы больше раздали либо Фрейв, либо вернули Стрелка, Анубиса, они более востребованы, но судя по картинки с форума, это у нас будет Бигфут. Я настрою так, чтобы вам видно было. Вот у нас Бигфутище. Не знаю, хорошо или плохо, только вопрос, как мы будем его получать. Опять через осколки собирая в шарики, либо же все-таки его раздадут. Непонятно, потому что Мишаню мы получили как героя, но в принципе Мишаня новый герой, его дали возможность собрать в шарике, ну а здесь у нас героя дали, давали так целого, то есть, ну это старенький герой, но судя по картинке это Бигфут, обычно они показывают героев, которых будут раздавать, то есть это все вернулось, обратно они нам вернули героя. Для многих, в принципе, этот герой недостающий, но все же хотелось чего-то нового. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Посмотрим, как это все будет реализовано в ближайшей обнове. Ну, тут вопрос даже не в том, как будут раздавать, вопрос в том, что они сделают с атакой фортов, как они обещали, и с другими локациями. Вот, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Кому нужен этот Бигфут действительно? Вот мне интересно, сколько людей не имеют на сегодня Бигфута. Ну, понятно, новичкам любые плюхи, они в радости без донатов. Но просто есть большинство людей, которые еще до сих пор играют в эту игру. И которым этот герой, наверное, уже давным-давно не интересен. Ну, то есть Бигфут на сегодня не настолько актуален, как некоторые другие герои, без которых и против которых сложно воевать. Вот. Поехали посмотрим, что там у нас сегодня есть по акциям. Начнем с английского. Я уже здесь после вчерашних наших древних. Так, дуэлян дешевеет, Мэри дешевеет, камешки дешевеют, барда уже и эссенции полным ходом. Землеройка, вот, пожалуйста, посмотрите. Сразу же со скином, но они просто, ну, они сами убивают и развивают нежелание у людей закидывать на определенные герои. Можно было сделать стабильно, чтобы они, была стабильная цена все время, всегда, тогда бы эти герои ценились, и не штамповать их в таком количестве, нежели то, что они делают сейчас. Сегодня он 100-200 баксов, завтра он 5. И люди просто понимают... Так, я не убрал картинку, сейчас уберу. Люди понимают, что вот это вот реально смысл покупать, ну, смысл там тратить, если через 2-3 дня он будет дешевле в разы. Вот по акциям. Печаль. Вот реально это печаль, потому что они убили всю экономику. Ну и сама суть тут даже не в экономике игры, а в развитии, что они ни хрена не делают. Ой, есть билд-эпак, такой же, как и был. Скины добавили, ребята, вот так вот. Есть у нас уже опять скины. Поменяли немножко скин на Минотавра. У меня, кстати, вроде Минотавр недособран, но скоро надо будет зайти глянуть. Так. Блин, мешки добавили. По 5, 2000, по 600. Три шанса такие есть. На второй что добавили? Скины на второй вроде такое же. Ну, чисто расходники. А, уже 6. Здесь логика, конечно, вот, блядь, железная. Пак за пятерку, ребят. За пятерку по 5. 5 баксов. Получаешь ты 30 штук. Здесь ты получаешь 36, но платишь в 2 раза дороже. Логика просто, ну, в 2 раза дороже платишь, получаешь там на пятую часть больше. Логика у HG просто бомбическая. Я не знаю, это я только этот увидел, я не знаю, может там еще какие-то есть нюансы.
Ну, напишите в комментах, кто что еще видел. Ну, это просто огонь. Угорает просто с этого. Стратегии, ребят. Это сидят стратеги. А, так. Остров. Ничего не поменялось. Ничего не меняет. Пират. Пират тот же самый. Так, талка. Шопинспри есть. Поехали посмотрим. Они что-то последнее время Шопинспри реально убили. Он стал очень печальным. Так, что у нас тут есть? Опять скины. Вот такой себе Шопинспри. Осколки. А, вот уже начали добавлять сюда итемы эти. Вот начали по 3 камешка уже продавать. То есть немножко тоже поменяли, потому что их здесь не было. Ну, видите, люди разобрали. Ну, такое, честно говоря, даже не заморачиваюсь над этим, потому что мне интересно вообще. Так, есть у нас молотки полугрома, но на этом, на нерке вот реально самые топовые. Как показывал, здесь по печеньке раздают, я не помню, по сколько там, по 200, или по 100, или по 20, или по 50, но сама суть, на немке это реально есть. Поехали сразу же на немку чекнем. Стратегия мне понравилась. Так, что у нас на немке? Ну, на немке у нас... Так, нету у нас фонтана. Нет, по ивентам. Пиратик. Такой же. Ну, посмотрите, вот даже на пирата 100, ребят, 100. Сразу же можно печенье получить отсюда. Вот это реально кайф. Так, с пиратом разобрались. Что у нас? Вот зефир. Один осколок, но ты все равно его стабильно получаешь. Вот реально здесь зефир. Шансы я не знаю какие, но реально падает. Вот скины вам, пожалуйста. Разница, да, посмотрите, герои, скины. Короче, посмотрите, какие здесь плюхи, здесь по 8 дают. Вот реально немка, вот немка мне нравится. Сейчас еще чекнем Тайвань. Ай, я вышел сейчас на немке, надо глянуть акции еще все. Такс. Я не помню, это что-то с питомцами, по-моему, связано. А, это магазин скидок, тоже печеньки продают. Тут печальный Шопинспри. Один осколок, видите, здесь он похуже будет, настолка есть. Так. Стей получили. Короче, куча всего, и реально это нравится. Зеленатор. Не знаю. А, это. Жание где-то должно быть. Такс. Ну, вроде все, еще раз посмотрим. Паки по 800. Думаю, под Новый год будут нормальные скидки должны быть. Если они таким темпом сейчас скидывают, то потом будет еще круче. И подъехали чекнем русский. Бежим на Тайвань, глянем, или есть на Тайване сейчас эта акция. Подарок четверга есть. Вот такое. Стань императорская, подарки тут. Время благодарения, ребят, кстати. Кстати, оно еще идет. Кто не знал, оно с акцией заходится. Уже поменяли по 6, было по 4. Не упустите свой шанс, кто не забрал какие-то плюхи. Есть у вас возможность. Так, парящий. Парящий. Один осколок зефира. Он здесь вообще не падает. Если сравнивать с немкой, то на немке он хоть падает. Фонтан на русском открыли. Нифига себе. Даже этого закинули. Монеток нет. А, цирки. Так, вольта мы собрали. Что у нас тут? Бар целый уже запак. Как видите, намного дешевле.
вот такой себе кастрированный рынок. Ни о чем, как по мне. Так, идем еще Тайвань глянем. Что интересного у нас на Тайване есть? Так, накопление, паки. Посмотрите. Зефир, Мэри полным ходом продаются. Рынок это не настолько интересно. Приехали сюда, думаю, нету здесь сегодня пакетов. В общем, вот так вот, ребят, пишите, смотрите, два осколка. Вот здесь до сих пор охрененный, просто охрененный, как по мне. Уже давно, уже третий раз, по-моему, запускается. Шансы собрать здесь намного выше всех героев. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.